Привет всем! Мы отдыхаем в данный момент в прекрасной стране Турции, в городе Алания. Отель у нас Club Paradiso, 5 звезд. Путевку мы оформляли в нашем любимом турфирме Viking Touristic, который находится в городе Витебске, по адресу проспект Фрунзе, 18. Наш любимый туроператор, менеджер Татьяна Кудрявцева, уже не первый год отправляет нас в замечательные жаркие страны. Отдых, как всегда, отличный. Сейчас побольше хотим рассказать про наш отель. Отель у нас 5-звездочный, с питанием ультра все включено. У отеля очень большая красивая территория, зеленая. Сейчас мы подойдем ближе. Территория отеля настолько огромная, что, если честно, мы даже за все это время всю ее и не изведали. На отеле находится 5 бассейнов, один из них крытый, и 4 бассейна находятся на улице. Распределены так между собой, между блоками, чтобы каждый блок практически относился к какому-то своему бассейну. Где-то они побольше, где-то они поменьше. Сейчас мы подойдем на ресепшн, посмотрим, как там внутри. Это главное здание. Первый этаж – это лобби, где находится, естественно, сам ресепшн. Здесь очень прохладно, уютная атмосфера. Здесь бесплатный Wi-Fi. Только здесь, если вам нужен Wi-Fi номер, это стоит 10 евро на неделю. Там находится бар, который работает круглосуточно, где вы можете совершенно бесплатно выпить любые напитки. Чай, кофе, вода. Также алкогольные напитки, безалкогольные для детей. Вот такая красивая здесь территория. Вообще в Турции мы первый раз. И Турция нам очень понравилась, потому что она вся зеленая. Очень большое многообразие красивых деревьев, кроме пальм. Это хвойные деревья. Очень много вот таких красивых растений, которые плетутся по всему городу. Хорошая набережная, чистая, все убрано. Видно, что уровень достойный, европейский. Вот это, собственно, наш блок, это блок F. Здесь же, вот в этом здании, главное, на третьем этаже находится непосредственно столовая, шведский стол, где разнообразие блюд, ну, просто огромное, на любой выбор вкус. Там же есть вегетарианское меню, есть и детское меню. Диетическое меню. Вот здесь вот все у нас вечером горит, подсвечивается. Вот эта лавочка, тут подсветки. Также за вывеской Club Paradiso у нас горит фонтан. И сейчас мы подойдем к нашему бассейну. Там есть детские горки. Вообще хочу сказать, что мы вот отдыхаем здесь маленьким ребенком. Для детей здесь условия очень комфортные, потому что очень много именно для детей создано всяких развлекательных и открытых, и крытых горок. Маленький там парк такой развлечений. В обед здесь уже работает сейчас вовсю анимация, не дает скучать. До моря здесь пешком, ну, не очень близко, мы не ходили, но каждые полчаса ходит автобус до самого пляжа. Пляж здесь частный, то есть от отеля, он чистый. На пляже также имеется свой бар, лежаки. И также вы можете не уезжать с пляжа на обед и пообедать прямо там. Вот это такая здесь огромная водяная такая территория для детей, для маленьких детей. И здесь же вот находятся горки. На них уже можно кататься как взрослым, так и детям. Это вот бассейн один. И вот буквально чуть-чуть выше находится второй, намного больше бассейн. Там же опять находится бар. И можно там опять же и покушать, выпить какие-то прохладительные напитки. Вот территория. И вот здесь вот находится еще такая закрытая детская комната.
Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефону, указанному на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.